Кто там? Любимец взрослых и детей. А зовут меня Кощей. Заходи, всеобщий любимец. Ой, Лиска, у тебя тут... темно. Осторожней, не убейся. Низко ему и темно. Привет, Яга. Здравствуй, Кощей. Мимо шел. Дай думай загляну. На огонек. Заходи, садись. Только мимо кресла не сядь. Не промахнусь. У меня глаз алмаз. Ой. Чай, квас, колу. Квас. Никуда. Спасибо. Скоро манная каша будет готова. Могу кашей с земляничным вареньем угостить. Могу йогуртом заморским. Нет, спасибо. Как настроение? Самочувствие? Полон сил, как крокодил. Сколько у тебя, Яга, книг? Сколько книг? Завидую. Домашняя библиотека. Я ее больше 100 лет собирала. Подари хотя бы половину книги. Как это половину книги? Целую подарю. Не шутишь. Не шучу. Тебе какую книгу? Стихи, сказки или рассказы? Здесь книжка «Как быстро похудеть». Нет, Кощей, тебе худеть не надо. Я и так красивый. И какую книгу тебе подарить? Если можно, то книгу потолще. Странно. Ну ладно. Вот тебе толстая книга. О, какая толстая. Какая толстая. Спасибо. Я пошел. Только что пришел и сразу уходишь? Мне домой надо. Дело у меня есть интересное. Ну, коли дело, да интересное. Большое спасибо за книгу. Главное, чтобы она тебе понравилась. Она мне уже очень понравилась. Разве такая толстая книга может не понравиться? До свидания. Пока-пока. А вью на месте. Странный он сегодня. Зачем-то попросил половину книги подарить. Сидеть. Потом выбрал книгу потолще и сразу ушел. Не заболел ли? Похоже, с лестницы упал. И крылатые качели. Теперь, похоже, в бедро наступил. Ю на месяце обрели. Старым бандитой. Может, слишком сильно головой ударился, когда заходил. Летаю-ка я к нему попозже. Что такое? Почему вдруг упал? Так вот зачем ты просил книгу потолще. Я из листов книги делаю бумажные самолетики и запускаю их. Только почему-то они у меня плохо летают сегодня. Вначале летят хорошо, а потом вдруг вниз падают. Кощей, книга — это источник знаний. Для меня книга — источник листов бумаги. Книги портить нельзя. Книги нужно читать. А если я не умею? Ты все еще читать не умеешь? Не умею. Я ведь долго в глухих лесах жил. Не было там ни книг, ни библиотек. Соседи у меня были. Змей Горыныч, Соловей, Разбойник. Они книг не читали. У них другие интересы. Поджоги и разбой. Значит, теперь тебе надо научиться читать. Старый я. Поздно мне учиться. Учиться никогда не поздно. Будешь моей первой учительницей? Конечно. Не плачь. Давай, безграмотный. Пошли. Куда? Учиться читать. Сам просил. А может, отложим до завтра? Учиться же никогда не поздно. Нет, прямо сейчас и начнем. Подожди минутку. Я последний самолет запущу. Все равно эта страница уже вырвана. Ну, запускай последний самолетик. Горе луковое.
Красиво. Теперь пошли учиться читать. Пошли.